inside. So inside it's full of holes everywhere, so that you get a little bit of air, and everything falls inside there, and then inside there is the whole works, like. Ничего себе. Тут без себя не понять, что это за тема. То есть туда складываются эти отходы или что? So here you put rest from the food? Yes. And rest from the food and some cardboard as well. You know? Cardboard. It's like with the boxes, how the boxes are made of that material. Ah, yeah, really? Yeah, the brown one. Коричневый, как картон. Туда кладется. Yeah, yeah, yeah. And leaves, if I have leaves, like... Это листья тоже. Но здесь земля, разные шкурки. А для чего это делается? Что делается потом? Ну, делается полезно, получается, вот это. So, this, it's all for, actually, for this water that is coming out. No. I do it for the water, because that's fertilizer for the plants. А, это для ростков. Это вода. And you use this as well? And this one, then, when it's finished, I use it as soil, it becomes soil. Он говорит, становится как землей, как почва. Вот он использует то, что когда он заканчивается процесс. То есть, смотри, секунду. В эту бочку кладется отходы, да. Картон, или картон, и листья. И потом становится почвой. И потом это становится почвой. А с этой почвой что делать? Сажаем. А, для посадки растений каких-то, так получается? Да? Вот they do with the soil as I eat them. No, then you grow plants. Да, друзья, интересные вещи творятся. Вот такая бочка, как вы видели, то, что вы видели, там вот было. И это все потом для почвы, в общем. И в эту почву можно сажать, я так понимаю, вот такие вот разные интересные растения. Это все делается для того, чтобы все было экологически чисто и не загрязняло окружающую среду. Не знаю, насколько это помогает, но если это помогает, то очень, конечно, грамотно и сильно. Такие дела, что находимся у Стефана в гостях. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.